Как известно, в городе в настоящее время полным ходом идут работы по укладке щебеночно-песчаной гравийной смеси более чем на 30 улицах. На данный момент ремонт ведется на улицах Валиханова, Шугаева, Оборонная. Подрядная компания «Облшевошел» планирует завершить данные работы до 1 ноября. Работы по градированию улиц набирают темпы. На сегодняшний день ведутся работы по профилированию дорог с подсыпкой щебня на улицах Оборонная, Шугаева, Валиханова, от улицы Елемесова до улицы Гёте. Наш город стал развиваться. Надеемся на дальнейшее процветание, выражают свою благодарность жители города. Эта улица вечно была в колдобинах, вечно она топила ее. Вечно здесь были лужи непроходимые, это все жители вот этой улицы знают. В этом году более-менее профессионально подошли. Дай бог, чтобы все наладилось на этой улице, чтобы все жители наши почувствовали себя жители цивилизованного города. Многие, да, улицы начали делать, я рад. Все, что делается, это все к лучшему. Ну, чтобы так продолжали, весь город обустраивать. Вместе с тем продолжаются работы по выравниванию улицы Обороны. На данном месте расположен садик. Родители детей рассказали, в каком состоянии раньше находилась данная улица. Не только нам, но и сотрудникам было трудно передвигаться как на машине, так и пешком. Особенно весенние и осенние периоды, когда всюду грязь, рассказывают горожане. Наш садик работает вот уже на протяжении 5 лет. Дорога была в плачевном состоянии. Родители привозили детей, им также все это дело доставляло неудобства. Как только потеплеет, все в грязи. После дождя ходить невозможно. Вот такие проблемы у нас были. Сегодня нас хорошей новостью порадовали. Надеемся на дальнейшее улучшение. В настоящее время здесь ведется ремонт дороги. До этого, конечно, невозможно было. Сплошные ямы, лужи. Можно сказать, что практически все лето. Ну, благодаря новому акиму у нас начались работы дорожные. Надеемся, что будет все хорошо. Отметим, данные работы планируется завершить до конца текущего месяца. Поскольку охватить градировкой все дороги в этом году невозможно, списки улиц, требующих ремонта, составляются и на следующий год. Толшын Шакыртхан, Бердибек Карымбай, Адижан Бисенгазинов, телеканал «Семей».